А лесные пожары оставили мэров без отпуска. Вице-премьер Виктор Зубков заявил, что руководители муниципалитетов, где сложилась опасная ситуация с лесными пожарами, должны отказаться от отдыха. Как рассказал Зубков, наиболее опасная ситуация сложилась в Тверской и Архангельской областях. В то же время, по информации Интерфакса, глава Россельхоза Виктор Масляков заявил, что необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области. Лесные пожары там еще не начались, но они происходят на границе этих регионов, и есть вероятность, что эти процессы могут стать неуправляемыми. В целом, по оценке МЧС, сейчас ситуация с лесными пожарами даже сложнее, чем в прошлом году. По последним данным, площадь пожаров сейчас составляет 45 тысяч гектаров. Огонь часто возникает в труднодоступных местах, и потушить его удается только при помощи авиации. В прошлом году, напомню, площадь лесных пожаров достигала 800 тысяч гектаров. Ну и какая пожарная обстановка сейчас в российских регионах, спросим у нашего метеоролога Марии Телининой. Наташи Телининой. Наташа, извини. Всего, Настя, привет. Можем сразу посмотреть на спутниковый снимок. На спутниковый снимок пожарной опасности, который МЧС публикует каждые сутки на своем веб-сайте. И на этом спутниковом снимке мы сразу видим, что наибольшая как бы концентрация этих очагов природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за Уралом. Именно там сейчас ситуация самая сложная. Но по-прежнему такой вот есть индекс, который рассчитывается на основе прогноза погоды и ситуации с осадками, которая будет в регионах. И вот если по расчетам этого индекса, наиболее потенциально опасная пожарная обстановка до сих пор остается в Центральной России. И в Московской области пока ничего не горит. За прошедшие сутки уже потушено 14 очагов пожаров. И пока власти оперативно реагируют. Но именно пожароопасность в центральных регионах остается пока самой высокой. И экологи даже говорят о том, что этим летом в Москве возможно опять задымление, так как торфяники все-таки продолжают тлеть. Их обводнение – это такие меры, которые не на все торфяники, конечно, распространяются. Ну а пока в Московской области, в Центральной России сильно ничего не горит. Повторю, что сохраняется очень высокая пожароопасность. Поэтому сейчас даже вот в метро я сегодня видела рекламу, говорят, что вот не тушите в лесу сигареты и не кидайте спички. Такая вот социальная реклама. На этом пока все. Спасибо. Спасибо, Наташа. Это наш метеоролог Наталья Телинина.